Сегодня, 6 декабря, в Махачкале состоялась церемония закладки первого камня в строительство будущего храма благоверного князя Александра Невского. Церковь будет расположена по проспекту Петра I неподалеку от памятника русской учительнице. Принять участие в мероприятии в республику прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка. Присутствовали на церемонии также премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и другие представители руководства и духовенства республики. Отметим, что посетила церемонию закладки камня и делегация из Каспийска. Ее представили глава города Борис Гонцов и его заместитель Казбек Демиров. Приурочено столь важное в духовном мире региона событие к 6 декабря, 10-й годовщине со дня образования Махачкалинской епархии.